Ну ты на приколе, братан! Иначе шо? Иначе слетает чердак за одну секунду. Не, ну я, конечно, неплох, но, блин... Ха-ха, он меня заподозрил, что я скамер! Лежать! Лежать! Ха-ха-ха-ха-ха! Брат! Ты решил меня заскамить? Да ты! Ты бессмертный! Кто-то получит по попочке. Уф. Давай. Хана, да это, блин, откуда потный тип? Да! Давай, как пацаны, раз на раз выскочим! Не, это софт, это софт, это софт. Бля, ты мне вредишь, что это опять вонючие твинки, на самом деле это жесткий кибер. Три, вырубай, братик! Ну что, ребяточки, всем привет! Сегодня у нас будет новая битва против ютубера Кента ПК. На моем канале уже стала это постоянной рубрикой дуэли против разных ютуберов. Я уже записывал против Вели и против Джентльмена. Друзья, вы набрали много там просмотров, а также много лайков. Огромное вам спасибо! Это слишком сложно. Я не знаю, это как улитки обогнать Ламборгини. Или я не знаю, это как, я не знаю, Арткул не плачет после снайпа. Или Арткул не каблук. Короче, это несовместимые вещи. Я и выиграть джентльмена. Урон задал урон, короче, я попал по ком-то, ребята, это уже неплохо, это уже результат. Хватит магов, вот они в моей комнате это делать. А, заебись, у меня с двух сторон, типа. Классно. Yes! Один раунд наш. Ура, победа. Как ты убил меня за стеночки с дигла? Ничего, я не понял. Ну да и пох. Ну да и ладно. Ребяточки, все-таки я хотел хоть что-то запилить с Вели, и у меня, ребята, получилось записать с ним дуэль. А, ты че? А, дедюля, это что за прикол? Все, поехали. Домой, Велечка! Да какие 82, я больше дал! Ну чё там, родной? Ой, страшно. Как? Как он это сделал? 4-4, ребзи! Хорошо, идем. Он рашит. Блин. А это было изя, реально. Извините, ребят, но я только позорю это. Всем пока. Это чё за грязь? Ну, я грязь, ребят. Вот, добрый вечер, я грязь. Напишите в комментариях, с кем бы вы хотели, чтобы я еще сделал батл или дуэльку. Я обязательно с этим ютубером постараюсь забатлить. Ну, а сегодня у нас Кента ПК. Посмотрите, у него прямо сейчас идет трансляция. Я сейчас залечу с донатиком, естественно, под НН никнеймом, чтобы он меня не узнал. Ну и постараюсь как-то отыграть, чтобы хотя бы не в нулину. Вы знаете, что против стендоферов мне играть очень тяжело, потому что я бэсер, я в стендов не играл, у меня опыта очень мало, я очень мало здесь отыгрываю, но я правда очень сильно стараюсь и хочу хотя бы чуть-чуть отыгрывать, поэтому я сегодня зарублюсь с Кентом АПК. Ну а прежде чем мы пойдем с Кентом АПК, Холдик, а голдишки дашь на мне? Мы как бы комментарии оставляли, айдет оставляли, да? Конечно, я им дам голдишечки. Сейчас я выберу 5 айдишников, которые вы написали под прошлым роликом, и задоначу вам по 100 голды. Вот этот первый, от души тебе, родной, за такой комментарий. Вот второй, братик, спасибо тебе огромное. Третий пупсик, четвертый сладкий и пятый любимчик. А теперь донат в ускоренном виде. Пау! Спасибо вам огромное за ваши лайки и комментарии. Оставляйте свои идеи, если хотите голду в следующем видео. Ну и давайте наберем на этом видосе 15 тысяч лайков. А также не забывайте нажать кнопку подписаться. Я доначу только тем, кто подписывается на мой канал. Поэтому если хочешь голду, подпишись и напиши свои идеи в комментариях. Я тебя люблю, братан, WhatsApp Энчик. Конечно, скатаем, но ты на приколе, братан. Сейчас мы этого нуба встряхнем. Да ты шо, с Казарича? Я же надеюсь, ты не жесткий. Если бы ты знал, что это задонатил я, ты бы такие вопросы не задавал. Вот, приглашает, отличненько, отличненько. А что у него, кстати, по этому, по рангам? Феникс, мастер. Блин, ну что, потный тип. Да не, я вроде не потный. Но это не мой аккаунт, кстати. Поэтому я не мастер. Если бы ты вообще знал, кто, я вообще не парился. Потому что такое, против бронзы играть, наверное, проще. Он играет только на голду. Все, 1000 голды. Мы забились на 1000 голды. Это типуля мне скинул косарик. То есть вы понимаете, что с этим типом шутки плохи. Иначе шо? Иначе слетает чердак за одну секунду. Не, ну я, конечно, неплох, но, блин... Если честно, Кента ПК, я с ним не знаком, я не знаю, как он отыгрывает, вот, но тоже это, я так понимаю, олд игры, вот, и по-любому он игру знает лучше, чем я, и чувствует лучше, чем я. Опа! В общем, ну все равно попробуем. Это будет грешечка. Тип с айпада. Тип зашел реально с айпада.
Нет, я не с айпада. Ляха, мы играем дуэльку, с нее нет ни голды, ни денег. Фу, боже мой, на месте деньги, что ты меня так пугаешь? Есть у меня деньги, смотри. 150 лир. С чего ты взял, что у меня нет денег? Все у меня есть. А кого он реально собирается дать, если у него голды нет? С чего ты взял, что нет? Так как нету скинов. Он меня заподозрил, что я скамер. Ладно, окей, поверим. Ну, знаешь, как поверим, но проверим. Да пипец, блин, мы начали играть, я... Капец, он подошел к базе, пока мы переписывались. Холдик, а где ты берешь так много голды на топовые скины? Где ты их достаешь? Ребяточки, есть одно секретное место. И расскажу им по секрету. Друзья, это же летняя обнова на GG Standoff. Вы видели, что там добавили? Герои Marvel и DC будут противостоять Таносу. Так что врывайся в битву с новыми супергеройскими кейсами, а также залутай бесплатную коробочку по моему промокоду. Также используй его, чтобы крутануть колесо удачи и выбить один из крутейших бонусов. А также не забудь забрать плюс 35% депу по моему промо. Борись за фонд лям голды в похитителях камней бесконечности. Выполняй изи-квесты и покори топ. Доставай энергию из геройских кейсов, побеждай Таноса и раздели кучу голды с сотней лучших бойцов. И помни, чем больше нанесешь урона, тем больше получишь голды. И не забывай в разделе логово супергероев обменивать детали для крафта и получать топовые скинчики. О, хорошо. Залетайте на GG-шечку и набивайте свой инвентарь арканами и ножами. 27 урона, мало надеюсь, но у меня глок был, я не закупился. Ладно, 2-0, окей. Офигеть, в прыжке, хэдшот. Это он по-любому вот здесь стоит. Найс. Да ты бессмертный. Вот за это я его накажу. При помощи моего длинного АОМа Treasure Hunter. Ребят, ну за это тебе придется ответить. Безобидно, но прям сейчас кто-то получит по попочке. Давай сюда, М16, 2-1. Хо-хоу, камбэк! Не ожидал? Готов голду. Домой. Не, это софт. Ля, так не видишь, что это опять вонючие твинки, на самом деле это жесткий кибер. Ну, я не знаю, это или софт, или кто это, но он знает, где я нахожусь каждый раз. Он смотрит стрим. Братик, я тебе скажу только одно. Вырубай стрим! Давай-ка, пацаны, раз на раз выскочим! Если у тебя яйца между ног! Говорю сразу, я стрим не чекал, не надо тут предъявлять. Я всегда играю дуэли честно. Поэтому вот прямо сейчас, да, я стрим пересматриваю, потому что я его сейчас записываю на видео. Потому что, ну, этот фрагмент потом будет на видосе, и я вот его стрим пересматриваю. Поэтому я сейчас вот эти реакции, вставки делаю. Но когда катали, я стрим не чекал, так что не надо. Стрим вырубай, братик! Блин, я реально очень потею, если честно. И переживаю. Отлично! Ух, я вообще не ожидал, что так будет, блин. Боже, как я напрягаюсь, ребята, вы бы знали. 30 секунд осталось. А-а-а, он был там, блин, хорош. 5-3. Блин, он в закрытой сидел, это страшно было. Боже, руки трясутся. Да! Камбэк! Он был на базе. Да! Честно, за Теров тяжело, напряженько, потому что тебе надо заходить к нему на базу. Я его увидел! Боже, какая у меня реакция долгая, Блин! Да, 5-5! Ура! Откуда он стрелял, я так и не понял, ладно. Ой, что я купил? Нет, это хотел купить. Попробовать с авиком, давайте попробую с авиком. Пофиг, я на самом деле играю по фану, меня нет такого там супер запотеть и выиграть. Хана, да это, блин, откуда потный тип? Я топаю, пипец. Сейчас лицо, упал, ожался. Молодец, хорошо. Так, ладно, не, с авиком плохая была идея. Ну ладно, я не знаю, с калашом только, блин, я не знаю, с чем еще. Я ни с чем не отыграю, с дробью я боюсь. 7-5! Лежать! Ладно, давайте возьмем АКРик. Может, хоть как-то шансы сравняю. Не знаю. Так, АКР 12. А, все, без раскида. Это все ГГ, ВП, ВП, ГГ, ГГ, ГГ. Да! 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 Короче, не, вообще не варик. Ну, нормально, 8-5. К сожалению... Я слился. Подожди, а полторушечку дать? Может его заскамить? Да я шучу, на самом деле я сейчас... Мне интересна его реакция. Не, ну подожди, я бы ему тоже отдал, если проиграл. Вы посмотрите, кого мама-то стоит. Брат!
Ты решил меня заскамить? Ну реально, ну я тебя прошу, ну будь ты человеком. Вот, ты еще через нас день. Ну отдай хотя бы голду, ну я реально потел, ну я реально старался. Так, ладно, заходим на рынок, значит, нажимаем пушки, он выставил М... Что он выставил? Ну вот, наверное, вот это, да, В2 и Гринч, да, ее покупаю. А тут две таких. Если бро... Так, теперь ему напишу сейчас сообщение с ЭПС за батл. Так, написал, сейчас ждем его, ждем его реакции, Передаю привет! Передаю привет! Моей маме, папе, бабушке, дедушке. Передаю всем привет пацанам с двора. Ну, мы передаю привет всем моим подписчикам. И передаю всем привет всем моим будущим подписчикам, которые еще не родились. Здорово, пацаны! Ну что, ребяточки, надеюсь, вам батл понравился. Уже чуть-чуть лучше, но все равно я еще не выиграл никого. Друзья мои, следующий батл, как только этот видос наберет 15 косарей лайков. Набирайте 15 косарей, и новое видео с батлом выйдет сразу же. На следующий день? Или когда? Когда вы доберете? Спасибо вам огромное за лайки, за подписки. Ценю, уважаю, люблю, спасибки. Надеюсь, вам голдишечка прилетает и вы довольны. Всего хорошего, скоро увидимся и до новых встреч. Всем, друзья, пока-пока!